Первый вопрос. Какого мужчину вы хотите найти? За кого бы вы хотели выйти замуж? И ваш идеал? Я бы хотела найти, прежде всего, зрелого, благополучного, физически привлекательного мужчины, который ценит красоту, комфорт, качество и который позитивен, активен и такого земного человека, который любит эту жизнь. Ага. Да. Интересно. Угу. Расскажите о себе, что вы любите, что вас вдохновляет, как вы любите проводить выходной день? Я люблю хорошую музыку, я люблю вкусную еду, я люблю хорошую литературу, хороший кинематограф, красивые места, природу. В принципе, все это меня вдохновляет, и я люблю путешествовать. То есть вы не домосед, дома, например, сидеть вам не нравится? Иногда я люблю побыть одна и дома, то есть мне нравятся всякие проявления. А чем вы занимаетесь? Как с работой, может быть, с чем-то связано? Что нравится ли вам ваша работа? Да, мне нравится моя работа. У меня есть хобби. Мне нравится в свободное время. Мне нравится писать. Мне нравится петь. То есть вы очень креативный человек. Да, да. Хорошо. Какие вредные привычки есть у вас? И, например, какие вредные привычки вы не хотите, чтобы ваш мужчина имел? Вредные привычки у меня. Я курю, ну, электронные сигареты, но все еще курю. И я иногда пью алкоголь, хорошее вино. То есть, ну, вы ничего не имеете против вина? И я совершенно ничего не имею против. Французы любят пить вино. И это прекрасно. Нормально. Какие, по вашему мнению, недостатки украинских мужчин? Ну, на мой взгляд, он субъективен, но они несколько пассивны и не любят поддерживать свою форму. А могли бы вы сказать, что они ревнивы, жадные и жестокие? Я, к счастью, с этим не сталкиваюсь. Хорошо. Так, готовы ли вы переехать за границу и выучить иностранный язык? Я готова переехать за границу и готова выучить язык. Я люблю учить языки. Mm-hmm. Я знаю английский. Ага. Да. Je ne parle pas français. Интересно. Вы бы хотели жить в квартире, в частном доме, или, например, некоторые живут далеко там от города, вот ваши, или вы вот категорически против? Я, в принципе, городской житель. То есть я люблю выезжать на природу, я люблю выезжать на выходные к друзьям, но, в принципе, я городской житель. Я люблю активность города. Хорошо. Вы, например, вы выходите замуж, вы переезжаете. Хотели бы вы работать за границей? У меня есть свой онлайн-проект, и, в принципе, как бы я им занимаюсь. Я продолжала бы работать, но как бы в свое удовольствие, то есть не делая карьеру, но обязательно себя реализовывать. Мужчина француз. Как вы его видите? Картинку могли бы описать француз? Мужчина француз, да. Галантен, импозантен, образован. Три. Ну, это мой образ. Ага, хорошо. Франция, может быть, какие-то факты, что вы вот знаете, вот тоже французы, вот они там романтичные, а вот Франция, какие ассоциации? Хотели бы ли вы жить во Франции? Ну, я была во Франции, мне она очень понравилась, очень красивая страна, причем в различных проявлениях, начиная от внешней красоты, кухни. И мне очень понравились французы. Их теплота, их ну, особый какой-то шик в общении. Хорошо. Потом, вот готовы ли вы там убирать, готовить или вот... Я очень люблю готовить, честно сказать, совершенно не люблю убирать. Ага. Поэтому готовлю я с удовольствием. Что вы любите готовить? Ваш топ? Ну, борщ, наверное. Традиционный топ. Но я люблю готовить мясо, рыбу, салаты. Ну, правильное питание, в принципе. Да, я люблю правильное питание. Спорт, отношение к спорту. Спорт в чистом виде я не люблю, но я люблю йогу, я люблю много ходить пешком, я люблю танцы. То есть активность все-таки присутствует, да? Присутствует активность, но она такая, не джим. Хорошо. Отношения, если у мужчины будут дети? Я нормально отношусь к детям. Угу. То есть не против даже? Нет, маленькие, не против. Там, взрослые? Ну, маленькие, наверное, это будет уже сложно, да, но взрослые дети я не против. Секрет счастливых отношений?
Слышать друг друга. Да, это первый секрет. И второй секрет – принимать друг друга такими, какие мы есть. Прощать какие-то отличия от себя. Я поняла. Например, идеальное свидание. Как бы вы хотели его провести? Идеальное свидание. Ну, обязательно в красивом месте, в комфортном месте. Ну, наверное, что-то должно быть такое, какая-то изюминка в этом должно быть, что-то необычное, что-то не похожее. Что бы вы не могли простить в отношениях, например, смириться, с чем бы вы не могли? Ну, я не люблю ложь, и, наверное, ну, все остальное, это зависит от меры того, что сделано. Ну, измена – это как бы разновидность лжи, предательства. Я поняла. Например, спрашивают, вот вы там интересная женщина, красивая, почему много украинских женщин не могут найти здесь мужчину и обращаются в брачное агентство? Вот ваше мнение. Хочется просто найти человека близкого по, скажем так, по уровню, потому что, к сожалению, такая демографическая у нас ситуация, что мужчины такого хорошего уровня и в таком возрасте, их очень мало, просто по демографическим причинам, так у нас сложилось. Я поняла. Как вы видите вот семью или себя в семье там, через несколько лет? Как вы представляете картинку вот, идеальной семьи, вот, счастья, где вы полностью счастливы? Идеальная семья, там, где мы много путешествуем, где мы вместе проводим время интересно, и где у нас есть также какая-то степень свободы. То есть у каждого есть свое увлечение тоже и какие-то свои занятия, и такой вкусно, когда вместе вкуснее, чем порознь. Хочется делиться. Хочется делиться, да. Хорошо, что такое любовь? Как понять, что первый вопрос, как понять, что женщина любит мужчину? А второй вопрос, как понять, что мужчина любит мужчину? Как понять, что женщина любит мужчину? Это, наверное, на уровне взгляда, на уровне принятия того, что он для нее делает. И на уровне, принятия его самого. Не поняла, а как наоборот? Наоборот, как понять, что мужчина любит женщину? Но он стремится к ней, он стремится что-то для нее делать, и он принимает ее какие-то, может быть, капризы иногда, может быть, какие-то слабости. Женщина тоже должна принимать капризы. Конечно. Мужчины. Ну, в какой-то степени, да. Это можно назвать капризами. Со временем, страсть и все, как эту любовь держать в этом состоянии в живом в течение нескольких лет? Нужно, наверное, немножко меняться все время, да. И быть готовым к переменам, да. Чтобы находить что-то еще в человеке другое, находить какие-то совместные занятия, находить какие-то, может быть, свои собственные интересы, как-то развиваться. А вы бы могли, например, встречаться с человеком, с учителем, который мало зарабатывает, или для вас там важно, чтобы он мужчина много зарабатывал? Для меня важен надежный материальный уровень, потому что я люблю вкусную еду, красивую одежду, путешествия. И это требует определенных финансовых затрат. То есть вы так привыкли, вы хотите так? Да, да. Вы как бы сами жизнь себя обеспечиваете, имея вот этот вот... Да, я обеспечиваю этот уровень, и мне интересен человек, который разделит со мной этот уровень и будет заинтересован поддерживать такой же уровень. Хорошо, спасибо большое.